Хорошо. Поехали. Беспилотный летательный аппарат это квадрокоптер. У него 4 мотора, 4 пропеллера. Он поднимает в воздух тепловизор. В энергетике позволяет производить диагностику тепловых сетей, выявлять повышенные тепловые потери, выявлять разрушение или нарушение теплоизоляции и также определять недоговорных абонентов, ну, либо несанкционированные врезки. После взлета квадрокоптер поднимается на заданную высоту и по миссии летит с определенной траекторией, с определенным перекрытием, фотографируется, дает термограммы, которые в последующем обрабатываются специалистами неразрушающего контроля, сшивается в единый тепловой слой. Ни для кого не секрет, что теплосети многих городов, в том числе и нашего города, далеко не новые, требуют постоянного технического обслуживания и ремонта. Чтобы определить место дефекта, мы используем тепловизор, который показывает аномальные зоны, где проходит тепловая сеть. Тепловизор видит только лишь поверхность земли, он не видит под землей. Он видит просто тепловые следы на земле. Так как тепловые сети залегают под землей, они дают на поверхности свой тепловой след, который мы не видим человеческим глазом. Под дефектами подразумевается отсутствие теплоизоляции, течи теплоносителя из подающей и обратной трубы, а также самый страшный дефект – это порыв трубы.